В Славянском районе реализуется крупный инвестиционный проект. На улице Дружбы народов построено фармацевтическое производство, которое занимается выпуском медицинских изделий, экспресс-тестов, БАДов. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с председателем совета Григорием Литовко побывал на предприятии. В январе 2023 года между администрацией района и предприятием «Имбиан Лаб» было заключено инвестиционное соглашение на сумму 3 миллиарда рублей о реализации проекта. А с июля компания начала выпуск продукции. Пока это БАДы в виде травяного чая. В будущем планируют расширить производство и получить лицензию на выпуск лекарственных средств. В первую очередь планируем запустить производство БАДов трав, то есть это чаи. В дальнейшем, в 2024 году, производится шипучих таблеток БАДа, также капсул, также таблеток обычных. В дальнейшем, когда уже запустим производство БАДов, препаратов медназначения, возможно, будем получать лицензию на производство фармацевтической продукции, то есть лекарственных препаратов. Реализация проекта еще продолжается. На сегодня инвестор вложил в производство свыше 200 миллионов рублей. Создано 40 рабочих мест. Объем налоговых отчислений за прошлый год в бюджеты всех уровней составил около 18 миллионов рублей. Представители компании показали лабораторию, производственные помещения и оборудование. Данная у нас получается вот палатка, она оснащена вытяжкой, да, с фильтрами, также ламинар отдельно с вытяжкой. То есть саму включаем, когда вот именно разбудим, потом уже при выделении палатку саму выключаем, мы включаем ламинар. И после работы ультрафиолет включается в палатке. В этом году инвестор планирует запустить новые производственные мощности и создать еще 80 рабочих мест. Когда проект будет реализован полностью, предприятие начнет производить более 200 тысяч единиц в год качественной продукции. Отметим, что для экономики Славянского района новые инвестиции и производство – очень важный показатель. Это дополнительные рабочие места, повышение доходов местного бюджета, благоустройство и развитие территории нашего муниципалитета в целом.